Всем привет, с вами Алексей, 20 километров от Харькова, 22 мая 2018. Кустик сорта трапезунд, один из кустов, вот дальше тоже они пошли, вот так они пошли, и вот один из кустов. Значит, смотрите, что происходит, горизонтальные отводки. Значит, оставил один штамп, а от него сделал, вот буквально сегодня, горизонтальные отводки. Подождал попозже, пока прошла нормально. Соки прошли, пошла вегетация. Вот, как видите, очень мощные получились отводки. Что хочу сказать? Хочу поделиться некоторыми секретами. Да, ну, многие не любят делиться секретами. Вот, но я буду делиться, потому что, ну, не знаю, мне кажется, это правильно. Есть такая китайская поговорка, по-моему, если ты узнал что-то хорошее, поделись с 1000 человек. Я надеюсь, это видео посмотрит больше человек, поставит мне лайки. И я вам сейчас вкратце расскажу, что происходит. Значит, смотрите, вот такие мощные отводки на самом деле очень нелегко пригнуть. Тем более земля была перекопана под ними, поэтому штырь должен быть очень длинный и очень прочный. Я здесь использовал, мне подсказали, электроды. У меня были бэушные электроды, там, ну, не бэушные, ну, скажем так, бесплатные, то есть они валялись все равно, я их применил. И пока тут очень хорошо получилось. Значит, какой секрет? То есть вы прижимаете. Прижимаете у основания хорошо рукой. И потом вот здесь, или можно чуть дальше, это уже не важно на самом деле. Вот таким движением против, вот так. Втыкаете вот так. И как показала практика, так лучше всего получается. Одного штыря в принципе достаточно. Больше я не использовал. Кончики я потом, ну, как будет время, вот здесь вот раз и вот так вот подзагну. И прямо с землей, без уже всяких штырей, и их зафиксирую, скажем так. Вот с этого куста у меня получилось. Это были горизонтальные, вертикальные, вернее, отводки были. Вот там они пустили корни дополнительные уже, они есть там, эти корни. Я снял кожух, разгорнул землицу и пригнул. То есть, можете представить, сколько там корней. Я надеюсь, что им хватит очень много силы, и они все дадут мне очень сильные отводки. А штамбик останется, пусть будет. Он будет показывать орешки, развиваться, расти. Вот так вот под над тепличкой и как бы будет плодоносить. То есть плодоношение будет оставаться. Вот и все, наверное, что я хотел вам донести. Земля, ну, перекопанная должна быть, наверное, потому что, чтобы хорошо корешочки пускали эти отводки туда, да. Пробовал я и не перекопанную землю. Не знаю, что получится. Все вам потом расскажу и покажу. Всем спасибо, кто смотрел. Всем привет большой из Харькова. Занимайтесь фундуком, занимайтесь трапезундом, занимайтесь нашими местными сортами. Будем пробовать, экспериментировать и делитесь опытом, не жадничайте. Будем общаться, потому что мы с вами все-таки не конкуренты. Я вас рассматриваю своих коллег и собратьев, так сказать. Все, всем пока.